Все, уехал. Всем привет! Вы на канале Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, мы опять сегодня идем в Баренцево море. Идем на Кельдин западный и северо-западный, в ту сторону. Говорят, там есть рыба. Время сейчас 5 часов утра. Рыбачий Патруль, привет! Добрый! Флотилия маломерных судов собралась на рыбалку. Михаил Викторович, ты опаздываешь? Ха, я вовремя. Александр Владимирович, лодка готова? Всем привет! Всегда готова. Конкуренты. Конкуренты? Да, конкурентов сегодня много. Погода хорошая. Погода, да, шепчет. Прибыли к месту лова, ловить решили на северо-западе Кельдина. Глубина под нами 125 метров. Рыбаки удочки уже закинули и ждут поклевки. О, вот она, первая. Она. О, загнула? Да. Хорошо. Что-то у тебя еле катушка идет. Почему? Это вся скорость? Да. Или рыба знаю. Тяжелая? Катушка слабая, да? Какая она? Угу. Сколько там метров тебе? Что еще? Бежит, вижу. Ну, слушай, хорошая. Хорошо. Осторожно. На свою любимую пунду. А ты думал, я что-то игру? Ну, слушай, сколько? Килограммчика 4. Ну-ка покажи свою пунду боевую. А, у нее тут вон, видите, звяколки висят. Ну что, Михаил Викторович, поздравляю тебя с первой достойной треской в этом Главное, году. Главное, чтобы не последняя. Согласен. В новой точке ловили минут 30, наверное. Ничего. Стали сматывать. И на глубине 120 метров, а глубина здесь вообще 150, у Миши клюнула вот такая хорошая трясочка. Килограммчика 4. И вот мы не знаем, что делать. Либо еще пробовать, либо переходить. Надо еще попробовать. Наверное. Думаешь? Так, мы еще ни одной не поймали. Ты уже две. Ты ловишь третью, мы тебя высаживаем на Кельдине. Готовить ужин. Да. Сегодня на сбросе парашюта у нас Михаил. Он сказал, что он лучший сбрасывальщик парашюта. О-о-о. На Кольском полуострове. И не только парашюта. Ну, ты еще и рыбак хороший, оказывается, да? Да. Две-то рыбки поймал все-таки. Ну, то какие? Ну, так мы вообще ни одной, слушай. Так, ну что он там? Надулся, нет. Все, раскрылся. Можно тормозить. Погода на море просто сказка. Сказочная, тихо, хорошо. Небольшой накатик. Слабенький-слабенький ветерочек. Но рыбы нету. Вообще. И поэтому рыбаки решили позавтракать.
На сало ее ловить надо. На сало? Угу. Подсаживать на крючок, да? Да. Сейчас сразу будет ловить. Да слушай, мне кажется, сейчас я не знаю, что делать. Подсаживать сало. Подсаживать? Конечно. Ну, я предлагаю еще одну точку сменить, попробовать. И уйти на запад Кильдина, вот туда. Где мы рыбаков встречали, которые говорили, хоть нет-нет, поклевывает. Он даже рыбу показывал. Да, даже рыбу нам показывали. И знакомый твой, Михаил, сколько? 16 рыбин, 7 из них налимов. Налимы нам, конечно, не интересны, но хотелось бы трясочки поймать. Не, ну... И палтуса. И палтуса, да. Ну, погода просто сказка. Сан Владимирович только доел, взял удочку в руки. Дернуть-то хоть успели, Сан Владимирович? Три раза. Три раза, да? Поклевка. Итак, ну, поджимает. Поджимает. Михаил Викторович сразу такой, все, уже наелся, поэтому... Свертывать. Конкурент появился, понял? Сейчас все уходят, а я спокойно буду сидеть чай пить. Ну, где оно там? Ну, нормалек. Нормалек. Ага, интересовалась. Интересовалась, да. Она не клюнула, а именно вот интересовалась. Рыбинка. Ну все поймали, все, кроме чего, меня. Да? Не грешил. Ну а рыбу я не могу поймать. Сан Владимирович две поймал, Миша до этого две поймал. И поднимает третью он. Ну, слава богу, у него маленький. Пикша. Еще и тебя перепутал. Да, еще и пикша у тебя. Пикшечка. Да, не клевал у нас давно пикша. А ты ее даже, она тебя не клюнула, ты ее забагрил. Так, предлагаю переходить. Пришли на точку лова. На западный Кильдин. Насчитал я вокруг нас 23 судна. Сан Владимирович только опустил, сразу же поклевка. Давайте посмотрим, что там у нас. Ну, отличная, хорошая, зачетная треска. Меня, наверное, зацепили. Меня, мой шнур. Ну, бывает, Сан Владимирович, потому что бросил удочку вместо того, чтобы ловить. Так, ну что, почему-то все смещаются туда чуть-чуть севернее. У тебя что, рыбак? А у меня тишина. Ага, во как бывает. Ладно, ну везде вокруг нас рыбаки, поэтому будем ловить здесь пока. Я все-таки поймал рыбу, но не ту, которую хотел. Поймал я пикшу. А где моя треска? Ну, ладно. Это разминочная. Пристрелочная, да? Разминочная, пристрелочная, да. Рыбачим дальше. Где мы только сегодня не рыбачили? Уже берег на 40 метров убежали. Ну, вот на 110 метрах. Нет-нет, рыбка. Ну, блин, ну что ж такое-то, а? Вот Сан Владимирович только что, вот реально, вот. Вот такую вытащил, вот. Я думал, у меня треска. А у меня, оказывается, пикша. Вторая за сегодня. Впервые у нас сегодня три поклевки. Сразу же у всех. Первый Сан Владимирович поднимает. Ну, зачет, сказать нечего. Блин, вообще зачет. Так, Миша, сколько у тебя? 9 метров. Ну, давай посмотрим, что у Миши здесь. Порадуй нас, порадуй. Ну, зачет. Молодец. Красавчик. Сейчас посмотрим, что у меня будет. Так, ну, не пикша. Ах, ты красавица. Красавица, наконец-то трясочка. Блин,
За минуту 3 штуки. Все-таки реванш берем за мое день рождения. Вот чуть-чуть рыбка поклевывает. Смотрите, какие хорошие экземплярчики, а? Зачетные какие. Да блин, красота. Вообще огонь. И мы уже вот пол стампа забили хотя бы, и то радует. А у тебя что? Что-то. Что-то? Или кто-то. Или кто-то. Сейчас посмотрим. Покажи свою рыбу. О, зачет. Ты решил пунду, да, взять? Да, она потяжелее, не смысл. Молодец.